Приветствую вас. Для начала давайте мы разберемся с вами. Что за эгоистичность такая? Откуда она вообще взялась, эта эгоистичность? Чем она обусловлена, эта эгоистичность? Ну, ваша эгоистичность, чем она обусловлена? Как она, эгоистичность, увязывается с любовью, как вы, когда вы говорите, что очень сильно свою жену любите. Вот. То есть как, грубо говоря, вы увязываете это все? Как, грубо говоря, вы связываете то, что любите свою жену, и то, что, значит, ну, то, что вы ведете себя эгоистично. На мой взгляд, это, вообще говоря, первое, с чего нужно начинать. Четкая позиция. Ваша четкая позиция. Ну вот, именно по отношению к жене, к себе, к тому, что для вас, например, важно, актуально, цен и так далее. Вот. Мне, по крайней мере, это видится именно так. То есть, если у вас поведение было эгоистичным, как говорит ваша жена, то, соответственно, вам вероятнее всего чего-то не хватало. Если вам чего-то не хватало, значит, у этого были свои причины. И мне представляется это так, что если вам хочется наладить отношения со своей женой, то сперва нужно подумать о том, чего хотите вы, что нужно вы. Что нужно вам, точнее, вот. И уже потом вам будет, ну, более ясно, из-за чего произошел конфликт, потому что пока вы явно отсчета себе, ну, не отдаете в том, что происходит с вами сейчас. Ну, с вами и вашей женой. Вот. Это плохо, потому что
без этого невозможно будет выстраивать нормальные отношения, адекватно. Вот. То есть здесь необходимо разбираться. И чем лучше будет разбор, чем честнее он будет, тем лучше будет для вас. Это первое. Что касается вашей жены, да, то ей сейчас нужно, я бы даже сказал, что для нее сейчас актуальнее, чтобы она была в такой позиции, которая бы ее полностью устраивала бы, чтобы она чувствовала себя в безопасности бы, чтобы она не ощущала, что вы на нее давите, чтобы она чувствовала, что вы готовы дать ей свободу, которая ей нужна, и вообще вы к ней прислушиваетесь, потому что ваше поведение, которое вы продвигаете сейчас, говоря, что ну, что вы хотите быть с ней, что вы любите ее там и так далее, вот, может восприниматься так, как будто вы все равно следуете своей модели поведения и о ней не думаете. То есть это может восприниматься так, что вы опять думаете о себе. Вот. Опять думаете о себе. Не о ней, а о себе. Вот. А женщина, она, ну, может быть, уже устала, и ей хочется чего-то другого, например, ей хочется, может быть, там, чтобы о ней думали, а вы думаете не о ней, а о себе. И это ее, конечно, очень, очень сильно подавляет. Возможно, ну, так, по крайней мере, вижу я. Поэтому, если вам хочется, чтобы отношения можно было сохранить, то я не рекомендую вам как-то давить на нее. А в большей степени я рекомендую вам позволить ей делать то, что она хочет, позволить ей поступать сейчас так, как она хочет, и ориентироваться исключительно только на нее. Вот целиком и полностью на нее. Чтобы она прям могла сказать, да, что вот он, то есть вы, ориентируется на меня, и что он думает только обо мне. Вот. А я думаю, что это здесь, в данном случае, это единственное правильное решение,
которое вы можете принять. Без ущерба, ну, без ощутимого ущерба для себя. Вот. Конечно, другой вопрос в том, хотите ли вы это делать. Другой вопрос в том, хотите ли вы выяснять, что у вас за проблема, почему у вас проблемы в отношениях. Вот. Это уже, конечно, вопрос. Вопрос к вам. Вот. Но без такого выяснения нельзя, к сожалению, вам помочь. Потому что, как минимум, нужно заслушать вашу точку зрения, вашу позицию, да? И, как минимум, нужно выслушать позицию жены по этому вопросу, чтобы все было все-таки как надо, правильно, вот. Ну, это зависит от вас. Но сперва определитесь сами с собой, чего хотите вы и что нужно вам. А потом уже будете думать, как это, то, что нужно вам, привести к тому, чего хочет жена. Потому что пока не очень понятно ни то, что вы понимаете под любовью, да, ни то, что вы понимаете, и жена понимает под эгоистичным поведением, ни то, почему, если вы ее любите, вы не хотите ее отпускать, ведь она с вами несчастлива. Вот. Этими вещами всеми нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!